Звенигород был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. Каждый приезжающий сюда отмечает удивительную природу, памятники истории и архитектуры, а главное – камерную атмосферу уездного города. Звенигород – это знаменитая царская дорога, Савино-Старожевский монастырь и, конечно, люди. Писатели и поэты, художники и архитекторы, меценаты и благотворители. Успешно развивается город и в наши дни. Создаются новые прогулочные маршруты, музейные, выставочные пространства. При этом сохраняется культурная и историческая самобытность. 16 сентября Древний Звенигород отметит День города. Праздничные мероприятия начнутся в 11:00 на площади возле культурного центра имени Любови Орловой. В 12:00 праздник торжественно откроется песнопениями хора Савино-Старожевского мужского монастыря. В концертной программе выступления Государственного оркестра «Гусляры России», женского хора академического ансамбля «Песни и пляски Российской армии имени Александрова», творческих коллективов Звенигорода и Одинцовского округа. Хедлайнером мероприятия станет группа «Непара», которая выйдет на праздничную сцену в 20:10.